500 долларов наличными на человека или 1000 долларов на семью, вне зависимости от размера дохода и без необходимости предъявления документов. Так Калифорния поддержит проживающих в штате нелегальных иммигрантов на фоне пандемии коронавируса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в минувшую среду объявил о начале программы помощи нелегальным иммигрантам, проживающим в штате. Фонд программы составляет 75 миллионов долларов. Ньюсом отметил, что фонд составлен не только из денег налогоплательщиков. 50 миллионов долларов – пожертвования от благотворителей. Также губернатор подчеркнул, что это первая программа в США, поддерживающая нелегалов наличными деньгами во время пандемии коронавирусной инфекции. По официальным данным, в Калифорнии проживает около 2 миллионов нелегальных иммигрантов. Ньюсом сообщил, что они составляют 10% рабочей силы Калифорнии и заплатили более 2,5 миллиардов долларов в виде государственных и местных налогов в минувшем году.